Здравствуйте, мои зрители. Сегодня хочу вам показать сборную солянку. Это покупки на сайте Озон и на сайте AliExpress. Опять я заказала такие вот пластиковые бусы. Они крупные. Вот такие красивые. Это в продолжение к прошлой распаковке с Озона. Там тоже были такие бусы. Только другого рисунка. Вот такие вот еще две штучки. Все они с медным проблеском. Вот эти сердечки прям шикарные. Не маленькие. Размер. Сейчас одену очки. Давайте буду вам говорить размеры этих бусин. Вот 21 на 27 и на 27. Вот такие вот. Чудо прямо, сердечки. Давайте еще эти посмотрим. Здесь размер 3 на 2 сантиметра. Вот эти. Вот он размер. 21 на 24 на 12 миллиметров. Еще такие вот они, как бочонки. Здесь размер 28 на 18,5. Здесь вот 5 штучек. Еще вот такие красивые. 7 штук здесь и размер 31 на 20 и 12 миллиметров. Шикарные. Вот эти поменьше. Здесь размер 19 на 12 миллиметров. Вот так вот они выглядят. И вот остались еще такие две. Сейчас посмотрим размер. Так, две штуки. 35 на 12, 35 на 10 миллиметров. Теперь мы посмотрим покупки с сайта AliExpress. Вот такие вот коннекторы. Небольшие, такие средненькие. Красивые. Вот такие колечки. Ну, тоже их не знаю, как назвать. Туда можно вставить бусинку. Здесь есть дырочка. Вот с этой стороны, с той, насквозь. И можно вставить маленькую бусинку. Вот такие. Вот это аметистовые подвески. Съемные. На серьги-трансформеры. Сейчас попробую показать вам, как оно должно выглядеть.
Вот я взяла серьги. Можно другие. Есть такие бублики серьги. И вот одеваются вот так. И так вот носятся. Сейчас очень это модно. Разные подвесочки менять разных цветов. И всегда будешь при параде, так сказать. Вот такие. Такая красота. Вот такой товар. Это тоже, не знаю, как его назвать. Можно использовать в разных целях. Сюда можно подвеску подвесить, кисточку, все, что хотите. Размер. Сейчас я вам скажу. Так, видно что-то через камеру. 9 на 12. Такой пакетик пришел. Так что приобретайте. И, как всегда, микс бусин. Это акрил. Разноцветные. Где-то попадаются по две штуки одинаковых. Ну, ничего. Как говорится, в хозяйстве все сгодится. И вот такие еще подвески. Три цвета в наборе, по две штуки. Это медь, бронза и под серебро. Классные. Не маленькие такие, хорошенькие. Вот смотрите. Так что вот эти подвесочки вообще супер. Ну, на этом я заканчиваю. До новых встреч!